Добрый день, дорогие друзья! Чего все молчите? С праздником всех! Теперь я увидел, что все у вас есть праздник сегодня. Мы с вами продолжаем прославлять рожденного Бога младенца Христа, не просто пребывать в этой радости, не просто радоваться тому, что родился младенец Христос, но и поздравлять друг друга, поздравлять наших близких, родных. И вот поэтому сегодня мы с вами собрались, чтобы в таком в тесном семейном круге поделиться с вами вот этой по-настоящему вселенской радостью о рождении Богомладенца Христа. Что такое Рождество Христово? Прежде всего, Рождество Христово – это праздник чуда. Праздник чуда, потому что сегодня Бог стал тем, кем никогда не был. Бог стал человеком. Вот вы представьте, что вот я как-то встречал такой факт, что в течение 5 минут на всей Вселенной, Вселенной на земном шаре рождается как минимум 4 человека. Представьте, 5 минут и 4 человека уже на Земле появились. И поверьте, что за все время какие-либо знаменитые люди не рождались, но столько радости, сколько принесло Рождество Христово, радости принесло всему миру, больше никто не принес. И поэтому мы сегодня говорим о том, что Рождество Христово – это прежде всего праздник чуда, когда родился Бог, Бог стал человеком. И именно об этом мы слышали на Рождество Христово вечером, когда диакон возглашал слова прокимна: «Каков наш Бог? Бог, который творит чудеса». Но если посмотреть на историю Христа, можно сказать, а где же здесь чудеса? То только Христос родился, уже Ирод ищет его убить. Уже младенец Христос со своим семейством убегает в Египет, как бы боится. И опять же, ответ на этот вопрос мы получаем в вечернее прокимне на Рождество Христово, когда диаконам говорит, что Бог являет свои чудеса в нас, в людях. И для нас с вами это, с одной стороны, и радость, а с другой стороны, это и обязанность. Радость от того, что теперь мы перестали быть рабами греха, а стали сыновьями Божьими. И с другой стороны, это ответственность нести вот этот дар, нести это достоинство, нести это высокое имя, которое каждый из нас получил в таинстве крещения, это имя христианина. И поэтому всех вас, дорогие друзья, я от сердца поздравляю с праздником Рождества Христова. Желаю вам крепости душевной, телесной, светом, теплом. Ну а в большем, о чем хотелось бы вам рассказать, и так скажем, пошире все мои слова вам передадут воспитанники нашей воскресной школы. Теперь я им отдаю первенство слова. С праздником всем! Во имя Слова!
Скажи, причина в чем была? Благодарю, мои друзья, что вы ко мне пришли так скоро. Вас пригласил сегодня я не для простого разговора. Не для простого разговора? Немало лет я изучал планет и сфер небесных тайн, но никогда я не встречал такой звезды необычайной. Такой звезды необычайной? Такой сияющей красы доселе не было на свете. Взгляните сами. Как
кесарь приказал. Расскажите хоть о чем люди говорили. Говорили, что придет Спаситель к нам, властвует над всеми, а родится этот царь в нашем Вифлееме. В нашем Вифлееме? Слышишь, птицы как поют, чисто и красиво. Да откуда птицы тут? А поют на диво. Да не птицы это, нет. В небо поглядите, ночь светла, как белый день. Тише вы, молчите. Спасибо.
Христос. И с этих пор Христовой елкой она зовется у людей и блещут скромные иголки в огне рождественских свечей. Наступили святок радостные дни, и зажглись на елках яркие огни. В нашем храме елка тоже зажжена, нас своим нарядом радует она. Пусть спасибо наше примут в добрый час те, кто этой елкой одарил нас. От души разрешите поздравить сейчас всех собравшихся Бога младенца прославить. Да сподобит рожденный Спаситель всех нас чистым сердцем во веки веков Его своей силой с нами брать.
ему красиво там, дом наш убираю, и за праздничным столом полночь ожидают. Рождество, Рождество, ровно в полночь к нам пришло. Рождество, Рождество, светлый праздник Рождество. Рождество, Рождество, снова в гости к нам пришло. Рождество, Рождество, светлый праздник Рождество. Yeah.
николи не турбуйте, а усім святло даруйте. Ты нехай коза поскача. А ну, коза, не ленися, туди-сюди коза повернися. Ножками поскачи, рожками поскачи. Поскачи для народа, как уродила жито, у Новом Годе много. Все детки угощайтесь.
Христа! Почему Русская Православная Церковь отмечает Рождество Суворовым? Какие рождественские блюда популярны во многих странах мира? А где видели волхвы, мудрецы, звезду перед рождением Иисуса Христа? Какие молодцы! Какие детки разумные! И вообще не гор стоит, а лишь детки еще лепш! А теперь немного шуточку гумора от меня! В этой сказке нет порядка! Что ни слово, то загадка! Вот что сказка говорит! Жили-были кот и кит. Кот огромный, просто страшный. Кит был маленький, домашний. Кит мяукал, кот пыхтел. Кит купаться не хотел, как огня воды боялся. Кот всегда над ним смеялся. Время так проводит кит. Ночью бродит, днем храпит. Кот плывет по океану. Кит из блюдца ест сметану. Ловит кит мышей на суше. Кот на море бьет баклуши. Кит царапался, кусался. Если ж был не равен спор, от врагов твоих спасался, залезая на забор. Добрый кот ни с кем не дрался, от врагов уплыть старался. Плавниками бьет волну и уходит в глубину. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Так бы все и продолжалось без конца, само собой. Но развязка приближалась. В море вышел китобой. Зорко смотрит капитан. Видит, в море бьет фонтан. Он команду подает. Кит по курсу, полный ход! Китобой подходит к пушке. Пушки – это не игрушки. Я скажу на чистоту, не завидую киту. Мама! Крикнул китобой, отскочив от пушки. Что же это? Хвост трубой, пушки на макушке. Стоп, машина! Брысь, рот! Эй, утро! Море! Кот! Успокойся! Что с тобой? Я! Кричит! Не котобой! Доложите капитану! Я стрелять в кота не стану! Наказать я сам готов! Тех, кто мучает котов! Всем-всем-всем! Дрожа как лист, телеграмму шлёт радист. Всем-всем-всем! На нас идет чудо, юда, рыба. Тут какая-то беда. В этой сказке нет порядка. Кот обязан жить на суше. Сос, спасите наши души! И в ответ на китобазу вертолет садится сразу. В нем ответственные лица прилетели из столицы. Доктора, профессора, медицинская сестра, академик по китам, академик по котам. С ними 70 студентов, 35 корреспондентов, два редактора с корректором, кинохроника с прожектором, юные натуралисты и другие специалисты. Все на палубу спустились. Еле-еле разместились. Разбирались целый год. Где кит и кто тут? Разбирались.
не спешили. И в конце концов решили. В этой сказке нет порядка. В ней ошибка, опечатка. Кто-то против всяких правил в сказке буквы переставил. Переправил кит на кот, кот на кит, наоборот. Ну и навели порядок. Сказки больше нет загадок. В океан уходит кит, кот на кухне мирно спит. Все как надо, все прилично. Сказка стала на отлично. Всем понятна и весна. Жаль, что кончилась она. Что ожидается, что задумано, то придбается. Кто принес год новый вам, добробыть и пьем. Много радости и светлых днем. Дякуем вам за добрый прием. Просто осень и лето прийдем к вам снова. Усяго вам доброго, до встречи! Но сегодняшний отмечается особой радостью и светом. В мир пришел Спаситель. Бог стал человеком, чтобы спасти всех нас, чтобы человек стал Богом. И в этот праздник хочется радоваться и дарить подарки друг другу, чтобы в каждое сердце пришла эта радость. Рождение Христа. И этот концерт – подарок к Рождеству Христову – подготовили воспитанники нашей воскресной школы. Мы очень старались порадовать вас. Еще раз поздравляем вас с праздником, желаем веселых святок, крепкой веры, любви друг к другу. А все остальное нам даст Господь.